Историко-мемориальный комплекс 35-я береговая батарея в Севастополе пополнился новыми артефактами. Снаряды и обломки военной техники были найдены недавно в Голубой бухте и Инкерманских штольнях сотрудниками МЧС России. Эти снаряды, а вернее их корпуса, специалисты по разминированию нашли недалеко от берега в Голубой бухте на 4-метровой глубине. Изначально они предназначались для учебных стрельб, но защитники батареи их использовали в последние дни обороны города, когда боеприпасов уже не осталось. В последние дни обороны уже не было боевых снарядов, поэтому приходилось именно стрелять пустыми, как бы говорят, болванками, чтобы каким-то образом удержать, не пустить сюда немецких захватчиков, чтобы они не топтали нашу землю. То есть могли оборонялись чем и как только могли. А в штольнях Инкермана пиротехники нашли и передали музею фрагменты автомобилей времен Великой Отечественной и разные предметы быта солдат. Они нам все время помогают, и у нас в экспозиции, благодаря нашей службе МЧС, уже много находится артефактов. И там, если вы видели перед административным зданием, площадка с ретротехникой, и там вот только недавно достали из инкерманских штолен, что взорваны в Саубалке, тоже вот колесные тяги, колеса, остатки из полутора, которые там находились, и под взрывом были придавлены глыбами, и мы тоже с удовольствием примем их себе в дар. На территории мемориального комплекса на открытой площадке скоро можно будет увидеть небольшую экспозицию из найденного спасателями. Татьяна Шманаева, Время новостей, Севастополь.